400 студентов ивановских колледжей в этом году начали обучение по программе «Профессионалитет». Это федеральный проект. В нашей области он нацелен на подготовку специалистов для текстильной промышленности. Основная идея – установка прочной связи между работодателем и потенциальным работником еще на стадии обучения последнего. Меньше теории, больше практики. В проекте участвуют 8 текстильных предприятий региона. 2 колледжа – Шуйский многопрофильный и Ивановский политехнический – в качестве гранта получили по 100 миллионов рублей на модернизацию. На эти деньги будут построены современные производственные мастерские для обучения студентов. Практику они будут проходить на фабриках. В этом году область также подала заявку на участие в профессионалитете по направлению машиностроения. Она находится на рассмотрении. Что же касается текстильной отрасли, то тут даже ввели новые программы обучения. Ввиду утраты последние годы ряда профессий, таких как ткач, были разработаны в том числе стандарты новые образовательные технолог ткацкого производства и оператора вязального оборудования, потому что в области присутствуют инвесторы, связанные с производством трикотажного полотна. И таким образом профессионалитет призван быстро реагировать на вызовы времени, чтобы внедрять именно те профессии обучения, которые заявлены работодателями.